Ну вот, весна пришла, можно это заметить по дереву Виктора Цоя и группы кино в городе Киеве на берегу озера Тельбин, где я снимал свой фильм «Конец каникул». Культовый режиссер Сергей Лысенко, это была его дипломная работа. Виктор Цой и группа кино согласились приехать молодому режиссеру в Киев. Это было в далеких 80-х. И сейчас я нахожусь здесь, рядом с деревом Виктора Цоя, которое вот-вот уже по-настоящему зазеленеет. Значит, Цой жив.